белеют кресты. Это герои спят, прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. 18 августа. Камчатский региональный праздник. День начала Курильской операции. В просторечии этот день называется День Курильского десанта. То есть в этот день, в 1945 году, началось освобождение Курил. Но сначала я скажу, что когда-то, работая в Государственном архиве Камчатской области, еще Камчатской области, не Камчатского края, я нашел старые публикации журналистов, которые присылали свои корреспонденции с мест событий, как раз с Курильских островов, Северных Курил. И получилось так, что одним из этих журналистов, военных журналистов, был отец моего старшего товарища, впоследствии известный дальневосточный писатель Александр Матвеевич Грачев. Я подобрал эти корреспонденции, публиковавшиеся под единым заголовком «Ворота в океан», и мы издали вот такую вот замечательную книжицу «Ворота в океан». Здесь, еще раз подчеркну, собраны корреспонденции 1945 года, написанные тремя военными журналистами с места событий и ежедневно посылаемые по телеграфу в газету «Камчатская правда». Вот я позволю себе прочитать один небольшой кусочек. Снайпер Вьюгов из укрытия вел огонь по удирающим японцам. Вдруг он заметил, что из-под битого танка выскочил японский офицер и спрятался в траншее. Двумя прыжками атлет-боец оказался рядом с японцем. Вытащив самурая из траншеи за ноги, Вьюгов размахнулся и ударом о танк прикончил незадачливого вояку. Плюгавый народ, не более 30 килограммов весом, сказал моряк своему соседу. Книга военных корреспонденций «Ворота в океан». А сегодня, 18 августа, в Елизаве, возле памятника военному летчику Деркачеву, прошел торжественный митинг, посвященный Дню Курильского десанта, дню начала десантной операции. И посмотрим, как все там происходило. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года, посвященной установлению послевоенного мирового порядка, Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией. Ровно через три месяца после победы в Европе 8 августа 1945 года была объявлена война с Японией. А 9 августа Красная Армия на Дальнем Востоке перешла в наступление. Еще порохом пахло в Берлине и дымился последний штандарт. На Камчатке, в прибрежной долине, собирался Курильский десант. Курильская десантная операция началась 18 августа и закончилась 2 сентября 1945 года. Командовал операцией генерал-майор Алексей Романович Гничко. На подготовку операции было отведено крайне мало времени. Делал все возможное, чтобы в самый короткий срок обеспечить десантникам всем необходимым. План операции заключался в том, чтобы внезапной высадкой десанта в северо-западной части острова Шумшу нанести удар по военно-морской базе Катаока, овладеть островом и, используя его в качестве плацдарма, освободить от противника Барамушир, Аникатан и остальные острова Курильской гряды. Сегодня мы вспоминаем один из этапов Второй мировой. Это Курильский десант. Мы собрали здесь у памятника Деркачеву Ивану Владимировичу, не только вспомнив о нем, но и вспомнив о тех, по предварительным данным, еще не оконченным, я хочу просто внимание ваше акцентировать, 550 человек, земляков наших, принимали участие, 42 пока погибшие, 42, прошу это вот на будущее просто пометить.
И давайте мы и молодое поколение об этом не забывать, об этих цифрах, которые, я думаю, что, ну, как бы не было прискорбно, но они, может быть, будут еще и увеличиваться. Поэтому вечная память погибшим и вечная слава живым. Помним и никогда не забудем. И чтобы все потомки знали, Урилы — русская земля. Вечная слава погибшим героям в годы Великой Отечественной войны. Привыкли, ставьте лайки. Конечно, если вы не считаете, что Курильские острова принадлежат Японии, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачут все, как один человек, злой рок и судьбу клянет.